вы по-прежнему принимаете какое-то деятельное участие в Академии Чернышева? Понимаете, выстраивается стратегия. Вот Академия «Динамо» до первой команды. Мы понимаем, сколько у нас защитников на подходе в каждом возрасте, какого они хвата, какого они размера, как они развиваются, на какую роль и функцию они на будущем в команде претендуют. Но уровень исполнителя, вы согласитесь, что у нашей команды был выше или нет? Вы знаете, я вам скажу такую историю. Мы ее так публично, наверное, не освещали, потому что очень много было вопросов, почему не взяли одного, второго, третьего. Но, если вы помните, мы находились, по-моему, месяц на карантине, и до этого карантина как раз по лиге прошла у нас вспышка или волна ковидная. И большое количество игроков не смогло приехать. Многие, кто приехал, не тренировались по 2-3 недели с нами. Мы первую тренировку в полном составе провели, наверное, за там, несколько дней до отлета. Мы не афишировали, я объясню, почему. Сейчас об этом можно говорить. Потому что любое упоминание ковида, международная система, она все отслеживала, и всю команду могли закрыть на карантин. И вообще там вопрос отъезда, не отъезда, он стоял очень остро.